так понеслась по квестику, вот куда-то пойти, войти в это Вингвилд Барроу и найти там книжки, дневники. Ну, не важно, что-то найти, короче. Чего вы тут встали? Ну-ка. Good to see you again, friend. Кыш. С дороги. Бегать за Сираной, что ли? Сейчас уже она мне не будет мешать. Надо бы какой-нибудь плагин, чтобы можно было фолловеров посылать в разные дома, там, куда мне захочется. Ну и при этом, конечно, чтобы он работал, этот плагин, а то мало ли. Она наверху, скорее всего. Точно я не уверен в этом. Предполагаю, что это высоко вероятно. Сиранище. Так, тут нет никого. Тут он тролль, блин. А где Сиранище-то? Может, тут? Ух, тут даже манекен есть. Интересно, а это не мое место случайно, где я могу это дыхать, спать там? Это я тоже возьму. Где же? А вон она. Ну-ка. What now? Наконец-то я тебя нашел. Let's go. Вот так просто. Вот так бы в жизни, а. Вот так бы в жизни. Оп, капюшончик надела. Ну, полетели. Лететь нам сюда. Another cave. I've spent enough time underground myself, but if you want to go in, I'm right behind you. Так, найти... В общем, журнал, все четыре части. Вторая часть задания – прокачать двуручное оружие, наконец-то. Полпункта последние никак мне не даются.
Че это ты залупил-то? Это я ноктюрно ему выдал. Точно, это же я это запустил. Найтингейла. Ага. Надо шаут нормально переключить. Так, для смеха просто. А чё ты говоришь, что не а нормально, типа, а? Основания какие? Да, я могу остановить время, но ненадолго. Кто там еще? Типа ты помогала, что ли? Подожди, а где-то кинжал-то у тебя есть? Do you need something? Ты его там не пропила случайно, пока я тебя отпускал. Так, луком ты не пользуешься. А, вот кинжал, все нормально, да. Может, мне лук у тебя отобрать? Попробовать самому. Ну-ка. Фейворит и сделаю сейчас. Так, а чё у меня 7-то? Это всё мафл, что ли? Вот мне совершенно не нужен мафл. А, подожди, а 8 у меня? 8 у меня этот лук. А 7? Ну вот на 7 я сейчас этот тогда назначу. Вот это... Чё я делаю-то? Я на 7 хотел. Назначил? 6, 7. Часть первая. И какие у меня там стрелы-то старые? Ну ладно, черт. Пусть израсходуют дешевые стрелы. Стрельну пару раз, короче, из настоящего лука. Так, ну я так не попаду. А что такое? Что, почему-то упало, в пятнышко превратилось. На полу устало? Устало, накушалось. И устало.
Так, а книга-то где? Книга явно не здесь. Да, этот лук-то, конечно, помощнее будет, чем этот, который я вызываю. Тот как бы идет как дайдрический, без прокачек, а этот со всеми этими улучшениями кузнеца, что намного должен быть сильнее. Но, ну ладно, стрельну пару раз. Я отвлекаюсь, потому что мне надо подумать о том, как мне двуручное докачать. Ты здоровый какой. Не помню, говорил ли я уже. Скажу все равно еще раз. Skyrim — это все-таки лучшая игра вообще. Из всех. Всех жанров. Просто лучшая игра. При всех его недостатках и глюках. Просто ничего такого вообще нет. Fallout близко, но не то. Он меньше. Не такой насыщенный. Вот единственное, что по заданиям можно сказать, что Morrowind был еще лучше, там было еще больше заданий. Но это, конечно, графика там какого-то 2002 года, там убогая совершенно, ничего не озвучено. Но остальные игры совершенно не тянут. Ни по площади игры, по свободе. Вот ничего такого нет. Все линейное. Все не то. Или короткие, или линейные. Или комбинация из коротких и линейных. Тут все-таки свобода действий. Тут максимально из всех игр. Так, как у меня шаут-то ставит? Слово тайм. Нафига мне слово тайм? Не очень-то что-то на нее это подействовало, прям скажем. Не очень. Неужели меня не видно, блин? Неужели не видно? Офигеть. Who's there? Ну ты-то, ты-то куда? Молодец, перекрыла мне входа. Податься. Опа! А вот стоял бы где-нибудь на краю пропасти, так можно и с жизнью расстаться, между прочим. Um
бывает у него такое, заклинивает ее иногда. Упс, и расклинило. Все нормально? Нормалек? Ну, отлично, побежали дальше. Не обиделась на меня, ничего. Сейчас еще посмотрю, как там у меня двуручник прогрессирует хоть. О, почти совсем уже вот. Ты, отлично. Враги почему-то находятся не около самих этих книжек, а в других местах. Тронная комната. Комната, где находится трон. Сделанные из коровищи. А чё такое? Думаешь, они нас победят? Вряд ли. Никого нет, чё-то. Нашёл меня. Молодец. Чё такое? Чё ты убегаешь-то, алё? Стоять! Не убегать никуда! Two-handed 100! Yes! Oh yes! Two-handed 100! Наконец-то! И перк надо взять тогда. Перк мне two-handed. Какой там перк-то последний? процентов. А, пау атак. Не любая, а пау только атак. Бэквордс пау атак. Какая вообще? О, господи, первое слово-то вообще. Ну, я даже не знаю, как ее делать, если честно. Комбинация, конечно, надо прочитать, что эти атаки хоть делаются. Так, у меня осталось два перка. И чё я еще не взял? Что у меня еще не 100? Сник. Сник и... 145 раз я его делал. 145 раз. Сник и ресторейшн. Ресторейшн не 100 у меня, чего? Нет. Стоп. Ресторейшн у меня 100. А чё не 100-то? И это дистракшн. А вот ресторейшн, да. Ресторейшн. Ну да, мастер ресторейшн. Ну, отлично. А, мне сейчас все равно, чем мне биться-то, да? Чё я, собственно? Вот, кстати, настал счастливый момент, когда мне надо качать только Restoration, и я уже опять забыл, что и сник. Таким образом, оружие я могу использовать совершенно любое, мне ничего качать не надо. Просто прекрасно. Я полностью свободен. В выборе действий своих.
кстати, включен у меня этот фонарик-то. Нет ли тут... О, ну да, конечно, тут такое место явно как бы намекает, что может быть камень Борензи и журнал последний, четвертая часть. Все, вернуться. Так, здесь ничего. Выход где у нас? Иллюжн, дайте мне. А тут нет, что ли, выхода? Или опять этот клеевой сглючит? Что тут не за что дернуть, что ли? Должно же быть. А, ну вот, конечно. Так, ну этих, похоже, ничего нет. Выходим наружу. Как-то все запутано у вас. Да елки-палки, где выход-то? Let's get indoors, or in... Hey. Че я не прохожу-то? Слишком высокий, что ли, стал? Что такое? В чем дело? Получите и распишитесь. It's one thing to say you've got the skills to be a thief. It's another to actually... Good. I was hoping you hadn't forgotten about it. As promised, here's your payment for bringing them to me. Got it as part of a fair trade from my client. Меч там какой-то мелал.
Until next time. Надо гильдии все-таки помочь обустроиться и выполнить вот эти радиант квест там несколько штук. Yes, Lass. Did you need something? Чтоб у них там. Че они все кокни называют меня Ласс или они там? Шотландцы, что ли? Ласс какой-то. Какой Ласс нафиг? Hey, I want to talk to you. Now. Не понял. You're pretty tough. I respect that. Bringing in a lot of coin for the guild. Making us look good, too. Let me know if you need anything, okay? I joined up with them maybe 10 years ago. Small clan, maybe 20 men. We'd raid villages, rob caravans. But it was always about the killing for them. Don't get me wrong. The first few years with that clan were some of the best years of my life. All the food I could eat, all the wine I could drink, and all the women I could bed. We raided a caravan one spring. I think it was a few wagons with some farmers moving to a new village. They didn't put up much of a fight. All that was left were the women and the children. Then the leader of our clan, Garthek, he ordered us to kill the rest. No, we usually let them go. I refused to do it, and Garthek ordered the clan to kill me as well. Luckily, I had made some friends with the clan who immediately sided with me. We tore each other to pieces. After it was over, those of us that remained simply went our separate ways. I left his head on a pike at the wreckage of the caravan. Never knew what became of the rest of the clan that survived. I suppose they moved on, just like I did. И рассказ этот был к чему? Никакого задания нет. Ну, отлично. Good, good to know. Короносия. Так, домой.